отец. Это что было? Но они уже здесь. Пиздец. Охуенная игра, блядь. Норм. Охренеть. Первая миссия, да. Спрятан, вторая миссия, блядь. Посада нахуй. И все круто. Вот ебал, блядь, это круто. А они с того поста, что ли, туда съебались, да? Да. Это хуя. Вот да, так смотри, она пришла. Да, это они вдвоем там, что ли? Круто, да? У нас две машины взорвали. Вторая приехала сразу. Блин, одной гранатой столько народу положило. Все, слили нахуй, все, забейте нахуй. Ладно, МЖ, не беси, спокойно. Да как нахуй не беситься, сука? Первая ВКВЖ, блядь, вторая хуйня тоже какая-то. Ну мы сами виноваты, надо было догадаться, что такая жопа может быть. Так, HQ тоже положили, Демир, вас тоже сняли, что ли? Ё-моё, куда поехали, джипы? Демир живой. Да, там все окей. Там он а джипы просто не в курсе, куда ехать. Еще один козлый. Пиздец. У них нету ни GPS, ни карты. Что-то пиздец, блядь. Грен, что с вами случилось? О, бардак уже тут. Блин. Ну мы так и поняли. Шпион убил водителя бардака. Ой, бля, ну пиздец. Да мы уже убил. Снэйк, охренеть. Блин, что там было? Сел на водилу, пересел. Короче, парни, эта миссия нуждается очень сильно, блядь. Доработка в таймингах, как скажет монах. Ну это пизда, блядь. О, нормуль. Это ГПшками или чем тут? Перед этим я играли, блядь, на блокпосте, блядь, сделал 6 человек, что ты несешь-то, блядь? Ну её ж переделали уже миссию, ёпта. И что тут поменяли? Этим бардак абсолютно так же выносил эти грёбаные джипы. Пять джипов горит, минимум. Да все, которые ехали с севера, все сгорели. Жесть. Один бардак положил, по-моему, всех. Блин, Снэйк всех. Нам пару метров хватило, чтобы до камней доехать и высадиться. Но Стигма выжил. Куда налево? Ты чё, о чём? Мы до камней хотели проскочить. Хоть какая-то защита. Кто за старости рядом лежит? Командир, командир у нас умер, мы вообще не знали, куда ехать. Ну как бы водилам-то, это водилы должны спрашивать, да, стрелкам как-то похуй, куда мы едем. Ну сам понимаешь, какая ситуация. Ну у нас был Стигма за рулем, и мы просто ехали. У меня не было карты, у Мити не было карты, как бы. Не знаю, у Стигмы была карта, нет. Местным не выдавать карты, это ВКВЖ. А это у меня только такой глюк, или реально у единственной оставшейся машины, не горящей, вместо колеса парень? Да, да. Норм. ПМФ из-за так едут, конечно.
Полный пиздец. Даже не постреляли. Да, Свирина, блядь, потешили мы Снейку в самолюбие. Нахуй целями какими-нибудь. Вот это даже не было. Что, сожгли, что ли? Да, да. Ну, наконец-то. Остался один стигма. Что это такое? ССВД. Нет, там еще кто-то есть. Стигма лежит стигма, на сознанке. Нет, стигма уже очухался. Жесть, к старости в упор. Куда там ноги прекрасные, блин? Там двое их, стигма и еще кто-то. Все. Вот стигма. Это два человека, два ЮНа. Не, ну как это не годится, да? Два человека на бардаке убили просто кучу народу. Но это значит только одно. Да ну, так вы же? Причем не все. Конечно. Мы сами выехали на них, вы сами, кто угодно сами. Мог так, на любой карте можно так сделать. Как это с картой связано? Ну карты не, вообще нихуя никто не знает, как на ней играть. Естественно, кто-то будет вот так вот дебаться. Да, я вам, пацаны, скажу, что у нас получилось очень-очень быстро, в сравнении с другими миссиями, очень быстро собраться и сварить средства. Да, мы даже грузовиками поменяли. И это еще. А это все знаете почему? Пришли. Потому что бросили БКМЗ, бля. Он сам виноват. Кстати, он жив. Вон он сидит. Он не ползет случайно? Да он, наверное, за нормального зашел в другом месте. Стигма, ну ладно, мы тоже такие засады делали, газон. Мы сами в них попадали. Он завис, что ли? Это, по-моему, по сравнению с тем, что мы устроили нас на Сари Санг, когда